зашли в кое-какие магазинчики. Ну, на рынке мы купили вот такую вот курочку домашнюю, бульонную. 240 гривен такая курочка. Купили мы на рынке, что мы купили на рынке? А, Слава купил вот такое колечко колбаски, он специально ищет жирненько. Это для приготовления морковки там с овощами и с колбаской. Ну, на канале есть этот рецепт, если кому-то интересно, посмотрите. И на рынке мы купили, как обычно, огурчики солененькие. Сегодня они что-то подорожали. Были по 80, сегодня по 100. Ну, такая жизнь. Все дорожает. Ой, гляньте, сколько, куча чеков. Так, что мы купили еще? Зашли мы в Мясито. Славик купил вот такие вот ребра. Я думаю, будет на канале рецепт. Это в духовке будут запекаться. Как он будет это все делать, я вам все покажу. Но это будет чуть позже. Ну, такую пластиночку купили, нам достаточно. Увидел Славик, ну, вы же понимаете, аджика мигрельска. Вот такую вот баночку купили аджики. Ну, специи, все, кто меня смотрит, все знают, что специи это святое. Без специй мы ниоткуда не уходим. Зашли мы, у нас там на университетской открылся еще один магазин «Аврора». Мы туда зашли, ну и как вы думаете, что мы купили там? Ну, естественно, специи. Это паприка, томатная паста, две штучки, и итальянские травы. Так, что мы еще? А, в «Авроре» я еще купила такие вот носочки коротенькие, потому что скоро уже будет тепло, и в кроссовке такие вот носочки купила, серенькие, беленькие. И зашли мы в магазин к харьковчанам, потому что у них цена была самая адекватная. В общем, купили вот такую вот клубничку. Сейчас я попробую, мне даже интересно, какая она на вкус. Ну, на вид симпатичная. Чтобы сладкое не скажу, но пахнет немножко, вот запах еще вот той, которая клубника уже есть. Ну так, чтобы прям совсем, ну без сахара, наверное, не получится кушать. Нормальное. По этому времени нормальное, вкусненькое. Очень сочная. Ну, в общем, такие покупки. Сейчас мы все это разложу и пойдем еще в один магазин. Просто не хотелось идти вместе с этими рюкзаками, с этими покупками. Сейчас пойдем пройдемся еще в один магазинчик. До обеда еще времени много. Ну, немножечко как бы и прогуляемся, и приятное с полезным. Поэтому я не прощаюсь. Встретимся еще с вами на улице. Пришла опять в этот магазинчик, свой любимый. Смотрите, какая красота и сколько цветов. Ленточки. Ой, чего тут? Появились маркеры. Ой, красота. Ну тут еще не так, я говорю, я папер. О, прикольный, да. Папер, не было так. Слышишь, Надюша, а вот это, вот это... Да, это 100% катон. Это как только по 50 грамм, да? По 50 грамм, да. Ну, він, бачите, він більш закручений.
и больше мерсеризированный, блескучий, чем Белла. Ага. Белла она такая мягче. Ну, у меня же уже все такое. Ну, да, да. Поєднувати їх не дуже вийде, бо він, мені здається, трохи тонший. Ну, палітра в нього більше, але це вже там воно, вони наверху. Та я все трохи літнім переміщу. Хорошо. Так, ну, а что тут у нас осталось? Ну, это все у нас как бы зима. Ну, да, да. Пойдет она у нас пока. Тут что приехало, это газалевский бэби-вул тоненький. Ось он тоненький. Тоже можно ось на весночке пробовать. Он такой не... Бо цього уже перестали робить. Приехало. А так то просто по кольорам поставка была. Так, ну все. Вот это я беру. 330. Ага. В магазин в этот, если зайдешь, то без покупки, конечно же, не выйдешь. Всего много и всего хочется. Ну, ничего, война закончится, и у нас будет побольше хороших настроений, новых проектов. Ну а пока вот ищем себе какую-то отдушину, что ли. Как-то так. Купила я еще моточек. Там же у меня остается с моих кофточек. Ну и жалко, чтобы мне не пропало. Вот что-то приходится придумывать. Так что такие вот делишечки. Мы со Славочкой. Зайдем сейчас с тобой в Новус, да? Да. Зайдем сейчас в Новус. Прогуляемся. Какой-то дым непонятный откуда-то слышу. Кто-то что-то жарит. Мы в Новусе. Как вы думаете, где мы опять? Естественно, на специях. Да, Славочка? Да. Мы без специй никак. Слава, выбирай. А вот какой-то кетчуп чили. Острый нужен, да? Да. Ну вот смотри, чили. 30 гривен. Нет? Ну хорошо, выбирай. А вот аджика какая-то. Не нужна нам эта аджика. 23. Мы аджику купили с тобой. Ну да. Купили. Новый стенд и новый выбор. Цибуля. Ну, будем пробовать. Очередной магазин и опять специи.